Вот смотри, 10 градусов мороза, как приятно. Как по весенне. Будете сразу придумывать завтрак. Подожди. А то есть, ну да. Вы собираетесь в квартире, потом ты ходишь в магазин, потом, да? Потом мы вместе в магазин пойдем. Ну так вот, да. А чтобы пойти в магазин, ну, все должны... Ну давай, извини. Ну хорошо, извини. Ну, не скажу. Ага. Ты переходишь улицу, идешь через сквер с круглой клумбой, да, и уходишь в дом балет-катаржа. Сейчас я поселился на квартире в Антоне. Я там живу с конца февраля. Сейчас я там живу, но временно я возвращаюсь домой. И еще в апреле мы с оркестром поедем в Москву. С оркестром, Антон тут рядом. Мне это очень нравится. Как и наши планы. Мама моя, она по образованию философ. Пишет книги. И еще у нее много друзей-философов. Она в 81-м году вышла замуж за моего папу. Ну и потом, в 95-м году я родился. Можно как-нибудь сходить? Мы сок, дорогая, чай, коньяк, не чай, а коньяк. Здравствуйте. Привет. У меня сегодня обязанности сделать список покупок. Подмести в прихожей. Уж простите, что я так поздно пришла. Я так больше не буду поздно. Посиди. Скоро ужинать будем все вместе. Фиона. Я не больна, а выгодная супруга. В чем дело? Дорогой мой, видишь ли, в чем дело? Марк, сколько тебе картошки? Мне три. Три половинки? Бедный ежик, бедный ежик, по ночам не спит, весь в иголках лишний может, сядет и сидит. Марк, вот, я тебе скажу. Ребята, возьмите свои карточки, которые вы успели сегодня сделать. Вася, мои тоже возьми. Сегодня ты был в диспансере, да? Да. Ну, рассказывай про диспансер. Боже, ты из меня работаешь. Девочки, вы знаете, я не могу вести планирование. Давай я туда поведу, слава богу. Давай, ладно, за меня заступись. Я разрешаю тебе. Сейчас с методологиями и пониманием, что такое аутизм, как-то уже значительно легче. Но сейчас очень сложно с тем, как общество в своей социальной модели может принять эту проблему. Потому что это как бы внимание к микросоциальным отношениям. Как мы можем принимать тех людей, которые автоматически не похожи на нас. Соответственно, возникает необходимость сопровождаемого проживания, сопровождаемой работы и отзывчивости. Просто человеческой отзывчивости. И это очень здоровый момент, потому что когда общество обладает способностью внимательно слушать друг друга, то оказывается, что оно куда более доброе, мобильное, работоспособное.
То есть в некотором смысле можно сказать, что аутизм помогает нам переизобретать общество.